Дорогие друзья, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Дорогие коллеги, сегодня хочу вам рассказать вот о такой расческе. Что это за расческа? Это 209-я расческа. Она служит для тушевки. Очень удобная расческа. Можно ее держать вот так. Вот специальная такая выемка, да, то есть, чтобы можно было удобно тушевать и ее держать в руке. Вот логотип USPARC, как вы видите, да. Очень тонкий обушок. Посмотрите, видите? Очень тонкий обушок. Вот так он выглядит. Великолепно делается тушевка по всей длине. Вот. Очень хорошо гнется. Видите? Здесь уже она более поплотнее, но нам тут и не надо. В основном нам нужно, чтобы гнулась вот эта часть. Вот, посмотрите, как она великолепно гнется. Вот, этой расческой вы можете делать тушевку. И, в принципе, только тушевку. А другие какие-то там манипуляции, ну, я бы ей, конечно, бы не рекомендовал делать. Вот, пластик все тот же самый, который используется для строительства шатлов. Ничего не меняется. Вот, вот такая у нас новая расческа. Для тушевки. Великолепная расческа. Любителям мужских стрижек я ее всячески советую. Ну и не только мужским, но и можно и тот, кто любит женские стрижки, короткие стрижки. Очень-очень удобно ей работать. Вот такая расческа. Вот такой маленький обзор о 209-й расческе. Подписывайтесь на мой канал. Извините, заговорился в Ютубе. Всем точных стрижек, хорошего настроения и хороших клиентов. Спасибо, пока.